Дагестанский вольник Магомед Курбаналиев назначен старшим тренером сборной России. Об этом сообщается на сайте Федерации борьбы страны. Курбаналиев вошел в тренерский штаб национальной команды, которую возглавляет Дзамбулат Сядиев. 29-летний вольник пока не объявлял о завершении карьеры. Воспитанник Хасавюртовской спортшколы имени Умаханова, заслуженный мастер спорта, он чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Последним успешным выступлением Магомеда Курбаналиева был чемпионат мира среди военнослужащих, прошедший в ноябре прошлого года в Иране. Там борец завоевал золотую награду в весе до 74 килограмм.